Познакомились с профессией спасателей. В городской пожарной части для детей, посещающих пришкольный лагерь «Ералаш», провели экскурсию. Большая красная пожарная машина всегда вызывает у детей восторг. Огнеборцы помогают ребятам забраться в спецтранспорт и подробно рассказывают о технике. Поэтому, чтобы была бесперебойная подача, устанавливают машину на пожарный гидрант. Для гостей организовали тушение импровизированного пожара. Все происходило, как на самом деле. Сирены, боевое развертывание и тушение. Завершилась экскурсия преодолением полосы психологической подготовки. Мне тут нравится бегать, особенно мне нравится труба. Там очень круто и можно проползти. Там очень круто слышится эхо. Я узнала про машины, что там есть подъемные лестницы, всякие шланги, которые можно присоединять к такому водоему, который крутишь, и поступает вода. Больше всего мне понравилась вот эта полоса препятствий и бегать по этой трубе. Классно, интересно и такое эхо классное. Экскурсии в пожарной части проводятся круглый год. В летний период ребята из пришкольных лагерей здесь частые гости. Мы их знакомим с нашей профессией, показываем упражнения, боевое развертывание, то есть чем занимаются пожарные. Ну, в основном детям нравится, интересно, особенно в машине посидеть, как говорится, почувствовать себя настоящим пожарным. Арина Любанова в пожарную часть попала впервые. И в свои 10 лет она уже точно знает, что когда вырастет, то станет спасателем. Я с детства хочу быть пожарным, потому что понимаю, что бывает очень много ситуаций, где дома горят, люди погибают. И вот хочется спасать этих людей. Инна Борисова, Андрей Нагибин, новости Муравленко.